Да, но у нас есть еще один звоночек. Здравствуйте. 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 Скорее вопрос. Кто вы и вопрос? Сашенька, это ты? Привет. Это Сашенька, да. Саша, как тебя зовут? Меня зовут Света Хонда. Может быть, ты встречал меня на Фейсбуке, мое имя в комментариях. Света Хонда. Света Хонда, да. А, Света Хонда. Очень приятно. Я была на твоем концерте в Ростове, даже в щечку тебя там поцеловала. Ой, да. Очень приятно, я еще это я чувствую. Фотографии есть. Сашенька, я хотела тебя спросить, мне очень хотелось бы попасть еще раз на твой сольный концерт, понимаешь, сольный. Понимаю. Это такое было счастье, полтора часа только ты, это было замечательно. Такая хотелось бы сольную программу твою увидеть. Спасибо, увидим, сейчас услышим теперь. Приезжай в Киев 19 октября, я тебе дам сольный концерт, целый час длится. А перед этим поет прекрасный артист Козловский Виталий. А после этого, может быть, еще там тебе что-нибудь спою. А кстати, мы тоже находимся на Фейсбуке. Снеданок за 1+1. Приходите до нас в интернет. Кстати, ты тоже можешь приходить к нам, смотреть, что у нас происходит. Так я так. А мы к тебе будем приходить в Фейсбук. Да. Ага. Саш, ну естественно, не только фэритейл и сказка у тебя в жизни. У тебя есть два альбома за последние два года ты записал. И вот буквально, насколько мне известно, недавно ты записал клип на новую песню «Небеса Европы». Да. «Небеса Европы». Что-то такое романтичное. Что это за песня? Откуда она? Да, можно сказать, что довольно романтично, потому что я пою о Европе, будто это было, будто я пел о женщине. Что я всегда буду думать о тебе, типа, но я Европе пою.